Добро пожаловать на канал Hardreset Info. В сегодняшнем видео покажу, как на устройстве Realme C25S поменять язык системы на русский. Для этого мы переходим в настройки, далее проходим вниз и в дополнительные настройки. Здесь мы видим язык и регион, выбираем и нажимаем «Добавить язык». Итак, теперь нам нужно найти русский. Вот он есть. Все, язык добавлен, и теперь переставляем его наверх. Все, мы поменяли наш язык. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.